Привет всем зрителям телеканала Fashion TV, с вами Виджей Слава Никитин. И сегодня мы находимся в галерее VS Unio, где проходит одно из самых ожидаемых событий в индустрии современного искусства. Private View проекта с интригующим названием «Розовая магия» российско-британского художника Ольги Ломака. Организатором мероприятия выступило коммуникационное агентство Fashion PR Bureau. Magic — это своеобразная художественная эволюция. Помещая скульптурные элементы в обтянутые холстом конструкции, художник одновременно работает в нескольких плоскостях для передачи трехмерного эффекта. Использование разных материалов для создания произведений стало своеобразной традицией в творчестве автора, перейдя от классического дерева в цикле работ «Артефакты» к индустриальному стеклопластику. Многие гости, кстати, за вот этой яркой обложкой даже не стали заглядывать внутрь и смотреть, что же там пыталась Ольга донести до нас. Нужно ли вообще копаться во всем этом или просто нужно получать удовольствие от искусства? Нужно получать эмоцию от искусства, поскольку именно эмоциональное воздействие на смотрящего, а это и есть, в общем-то, такой критерий, который позволяет отличить искусство от неискусства. Причем то, какая это эмоция, это второстепенно. Поэтому, скажем так, некое ощущение радости, которое лично у меня возникает от просмотра этих работ, это тоже прекрасные эмоции. Почему не привнести это в дом? Лично я за. Я, если честно, в полнейшем восторге. Очень редко, когда галереи в России делают такие прям зажигательные мероприятия. Ну это же фан. И вот надо, знаешь, в наше время, особенно когда все так зыбко и непонятно, надо обязательно развлекаться, надо обязательно, знаете, драйв в жизнь вносить. Публика — это довольно-таки узкий круг ценителей, и оно довольно-таки объясняемо. И на этой площадке, ну вот, допустим, поп-арт Ольги Ломаки довольно-таки понятен, игрит с публикой, поэтому это, можно сказать, самое простое воплощение такого шедевра современного контемпорари искусства. Ольга, во-первых, поздравляем вас с прекрасной выставкой Pink Magic. Скажите, чем она отличается кардинально от всех предыдущих ваших работ? В этом проекте я совместила скульптуру с инсталляциями, поэтому это что-то абсолютно новое для меня. Я никогда до этого не работала со скульптурой. Надеюсь, что мне удалось и получилось создать как раз вот этот 3D-эффект, который я пыталась достигнуть и показать вот эту трехмерную реальность в моих инсталляциях. Почему именно «Розовая пантера»? «Розовая пантера» является для меня мужским началом. Это символ мужского начала. Ну и, соответственно, вот этот разрез в холсте, да, является женским началом. Это женская луна, это туннель в удовольствие. Помните тот момент, когда родилась эта идея? Первый момент, просто утром проснулась, пришла пантера, пришел разрез фонтаны. Вот оно, я должна над этим работать. И потом, когда я начала работать над проектом, пришли краски, пришли какие-то определенные позы пантеры. Как вам мысль, которую Ольга спрятала за всеми этими экспонатами? Я думаю, что, безусловно, зная Ольгу, она ищет нечто более глубокое. И смысл закладывается, наверное, в подсознании чего-то более провокационного. Мне
вся квартира завешена работами. Моей бабушки, моих там, дядей, моих крестных и так далее, моей мамы. Вот. Но несмотря на это, я не разбираюсь в искусстве. Я просто вот оцениваю его, нравится или мне не нравится. Не нравится. Вот что я могу сказать. Честно говоря, в полном восторге, потому что давно слежу за Ольгиным творчеством, она моя подруга, я очень люблю ее картины. Поскольку я сама занимаюсь дизайном интерьера, я всегда присматриваю с точки зрения того, в каком интерьере это можно использовать. Конечно, вот эта выставка для меня огромный сюрприз, потому что она такая легкая, немножко детская, непосредственная. И вы знаете, что я поняла? Что я бы использовала эти картины в таком сухом и скучном классическом интерьере. Данная выставка вызывает улыбку и хорошее настроение. Я думаю, что это уже хорошо. Ну что, первое впечатление от выставки? Абсолютно каждый, с кем мне удалось сегодня поздороваться, отмечает, что выставка очень позитивная, с чем я абсолютно согласна. Многие пытаются найти какой-то тайный смысл. Нужно ли его искать или просто нужно получать эстетическое удовольствие от просматриваемых экспонатов? Мне кажется, это прекрасно, когда ты можешь прочитать почерк художника, вот, и понять, о чем речь. Если нет, если тебе просто даже приглянулось, и ты не понял, как бы, да, суть, то это тоже неплохо. Мне кажется, чисто энергетически я получаю удовольствие от того, что здесь нахожусь. А цвета замечательные, публика тоже. Поэтому это самое главное – получить заряд новой энергии, бодрости, радости. И эта выставка, и эта галерея мне сегодня это дала. Я бы оставила не один бы экспонат, повесила бы у себя дома. Во-первых, все-таки это культ 60-х годов. Я ее вообще отношу к разряду вечных ценностей, как сумки Шанель. Ну вот, есть разряд вечных ценностей. Так вот, этот мультфильм «Розовая пантера» – это те же вечные ценности. Как только вошла, сразу настроение поднялось. Розовая, она такая забавная мордашка, озорная, очень пикантная. В контексте того, что художник хотел нам донести, по-моему, симпатично. Вот это поп-арт, которое здесь исполнено в таком веселым и улыбчивым исполнением, как все розовые пантеры улыбаются, тебе дают руку и показывают дорогу вперед. Так что к этому дорогу я и собираюсь сейчас. Прошлый год у вас был просто невероятно плодотворный. Вы открыли галерею в Лондоне, несколько наград европейских, серьезных, в Биеннале участвовали. Но на этот год расскажите о некоторых своих планах или решили отдохнуть? Нет, отдыхать я точно не собираюсь. Это не в духе моего характера. Выставка едет в Лондон. Она будет проходить целый месяц в Лондоне Hellenic Art Center. Поэтому британская публика тоже воочию сможет увидеть этот проект. Несколько инсталляций из этой серии картин поедет на миланскую арт-выставку в апреле. В июне будет выставка в Киеве. Русские люди готовы к поп-арту? Мне кажется, готовы. Этот рынок развивается. Они готовы к поп-арту не так, как, я думаю, европейский зритель. Я первооткрыватель этого тренда в России, поэтому я чувствую себя на вершине. Сегодня на мне блузка Balenciaga, Panta Shoes Balenciaga, серьги Balenciaga, клатчи в Saint Laurent, аксессуары Saint Laurent и пояс Calvin Klein. Я очень доверяю вкусу Олега Тарнопольского, поэтому когда он мне собрал этот образ, я сказала, да, это то, что я хочу. Собрали, примерили, посмотрели, сказали, супер. И вот сегодня я вот в этом образе с этой розовой помадой и безумно довольна. Разве
развивая дискурс о мужском и женском началах, Ольга Ломака превращает традиционную борьбу полов в радостную игру, приносящую обоим участникам процесса удовольствие, и ставит акцент на кульминации их связи друг с другом и творящейся в этот момент магии. Пусть в вашей жизни будет как можно больше разноцветной магии. С вами был Виджей Слава Никитин. Оставайтесь на фэшене. I love Fashion TV. 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 I love Fashion TV.